выливаю все в канализацию. Здравствуйте, друзья! Это Анапа, и сегодня я снова решил снять на видео то, чем я занимаюсь на кухне. А делаю я сегодня майонез. Нам понадобится 4 желтка, масло. Ну вот у меня столько масла, я думаю, как раз хватит. Горчица, тоже остатки, как раз пойдет в дело. Лимон, соль и чайная ложка сахара. Делать майонез я буду вот в этой баночке. Так, добавляем сюда, не добавляем, вернее, кладем сюда, выливаем сюда желтки, сахар. Так, соль я, наверное, много взял соли, поэтому соли я вот столько возьму. Так, и горчицу добавляем. Так, теперь лимонный сок. Теперь вооружаемся вот этой штукой. Не входит. Будем что-то другое подбирать. Я нашел подходящую посуду. Вот эта кружка. Сюда выливаем наши ингредиенты. Продолжаю взбивать, но подливаю сюда масло тонкой струйкой. Ничего не получилось, и выливаю все в канализацию. Ну, вот так. Не получился майонез. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всех вам благ. Приятного аппетита, если вы сейчас кушаете.